То, что у меня нету никаких вот таких, знаете, психологических травм или что-то такое, но есть вот один блок или загон, который пошел со школы. То есть у меня категорически неприязнь к тем людям, которые на примитивном уровне развития. То есть есть вот определенный возраст, да, ну, буду говорить за молодых парней, как я, вот, например, 17-18 лет, да. У них есть выбор, типа, какой уровень развития им выбрать, то есть какой соцслой общества, можно так сказать. То есть есть футболисты, есть парни, которые косят подтемщиков, это типа самый примитивный уровень. И смотрите, вот в чем интерес. То, что чувак, который делает ролики для самых влиятельных людей, вот те вот телеграм-каналы, которые вы смотрите, потом в Вайбере, Краина Инфо, Юкрейн Нау и так далее, Молния еще, это все делаю для них ролики я. И что интересно получается, чувак, вот, который, да, вот такой вот, да, он никому не интересен, то есть его никто не замечает, у него в директе просто ноль. А чувак, который ездит, блин, под русскую музыку, под Мияги какого-нибудь, в растаможенной тачке за 3000 долларов, он внимание больше забирает, чем вот я, такие как я.